Духовой оркестр правительства Республики Тыва примет участие в первом фестивале духовой и эстрадной музыки на Алтае. Мероприятие посвящается 80-летию образования Алтайского края. Коллектив духового оркестра правительства региона будет представлен 24 музыкантами. Вокалисты – народная артистка Тувы Софья Караол и Эртинэ Тумак, дирижер оркестра Саян Салчак, директор коллектива Артур Дулуш. Оркестр представит на суд жюри и публике сложную, но тем не менее интересную программу, куда вошли известные праздничные увертюры Владимира Тока в аранжировке заслуженного деятеля искусств Республики Тыва Петра Казимира, музыкальный каламбур Анатолия Крола, народные песни. Одним из новых произведений в репертуаре оркестра является композиция из пятой части сюиты для духового оркестра России Республика Тыва Владимира Чернявского, посвященная столетию единения нашего региона с Россией. Таким образом, духовой оркестр представит классические и основанные на музыкальных традициях тувинского народа произведения. 14 сентября наш коллектив впервые за это время выезжает в город Барнаул. Там будем участвовать в основных трех мероприятиях. Это будет марш-парад духовых оркестров, дефиле выступления духовых оркестров и одночасовой концерт. Школьницы из Тувы выиграли блиц-турнир шахматного фестиваля «Анапа-2017». Всего в соревнованиях приняло участие 150 любителей молниеносной игры. По итогам 9 туров среди девочек до 11 лет первое место заняла Саюди Аюн, а среди девочек до 9 лет победила Арина Иргит. Также последняя завоевала бронзовую медаль в классических шахматах.